Вот удивительное дело, скоро Рождество уже, а сколько людей говорит, не чувствуется атмосфера праздника. Ну, это типичная история для жителей мегаполисов. Но сегодня мы идем туда, где нам пообещали настоящее волшебство и настроение наступающего Рождества. Кстати говоря, да, пряники, елки, удивительно красивый дом. И сегодня программу «И будут двое» можно переименовать в «И будут восемь», потому что мы идем в гости к протоиерею Александру Лыкову, его жене Людмиле и их шестерым детям. Будет здорово. Каждый год, а может быть и каждый день года. Вот здесь какой-то праздник, я правильно понимаю? Да, конечно. Вот флажки забыли повесить. Как можно этот праздник провести так, чтобы потом целый год вся семья об этом вспоминала? Смотрите 4 января. Протоиерей Александр Лыков и его жена Людмила. В программе «И будут двое» на телеканале «Спас». И вот уже остаются считанные дни до этой сказки. Представляй себе, как ждут ваши дети.